Угнать за 30 секунд. Ровно столько понадобилось двум злоумышленникам, чтобы лишить машины жителя Новой Москвы. Момент преступления попал в объектив камеры видеонаблюдения. Вот, приятели выбирают цель. Иномарку, припаркованную в одном из дворов. Один из злоумышленников открывает дверь и пробирается в салон. Второй, что называется, колдует под капотом. Доли секунды, и машина трогается с места. В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился 29-летний мужчина. Заявитель рассказал, что в ночное время суток неизвестные похитили принадлежащий ему автомобиль марки Kia Rio, припаркованный в одном из дворов на улице Радужная, города Московский. Сумма ущерба составила 960 тысяч рублей. Злоумышленников задержали в Подмосковье в одном из кооперативных гаражей. Ими оказались двое приезжих из ближнего зарубежья. За кражу обоим грозит тюремный срок. Угнанный автомобиль у них изъяли.